ребята, не ожидали меня снова увидеть в платье с букетом и макияжем? Всем привет, привет, привет! Мы живы-здоровы, сейчас 5 часов вечера, и мы только собрались. Да, как вы знаете, а может и не знаете, у нас на следующий день свадьбы съемка видеоклипа и фотосессия в Барселоне. А потом, если получится, если у нас останется время, то мы еще поедем в ботанический сад. Но это под большим вопросом, потому что долго мы спали, выспались, естественно. Плюс я делала сама себе макияж, сама делала себе прическу. Ну, Катя буквально за полчаса все сделала. Не, я думаю, за час. Час, но очень быстро ты все сделала. Ну, я старалась очень быстро, чтобы нам же очень важно освещение, то есть солнце. И нужно было это делать очень быстро. Мы быстренько съездили домой с отеля, взяли всю косметику нужную, все, что мне нужно. Потом опять вернулись. В общем, да, день сегодня. А мы утром еще успели открыть подарки, еще увиделись уже с родителями. В общем, день сумасшедший. Сейчас едем за операторами, потом едем за фотографом и потом едем в Барселону фотографироваться. По вообще, идее, мы сейчас, секунду. Я поменяю руку, а то у меня это немножко затекает, тебя не видно. По идее, мы в 4 часа должны уже снимать. Не, выехать. Ну, должны были быть там. Быть там. То есть в 3 мы должны были выехать. Ну как, это было бы идеально, тогда бы мы бы не торопились, все спокойненько бы все успели сделать. Сейчас у нас времени намного меньше, уже 5:30 и, ну, 20 минут, короче. Что получится, то получится. Но мы не переживаем по этому поводу, потому что, допустим, в ботанический сад мы можем также собраться. Дима, наш фотограф, живет здесь. Как-то можно будет потом отдельно поехать в этот сад и сделать тоже крутые фотографии. Видео только не будет. Ну, видео, да. А так? Но на свадьбе видео много очень, там столько материала отсняли. Мы влог на самой свадьбе именно не снимали. Снимали все остальные, снимала наша мама, Надя вроде Кристина снимала, не знаю, да. Ну, вроде да, снимала, да? Угу. И мы попросим у всех материал, что кто нам сможет скинуть, мы что-нибудь соберем, чтобы было, ну, более-менее какой-то влог, чтобы какое-то представление. А уже именно хорошее видео, когда нам смонтируют операторы, мы сделаем, конечно же, нарезочку, потому что мы всю свадьбу выставлять не будем. Ну, какую-нибудь нарезочку хорошенькую, но это будет не скоро. Да, это будет ближе к осени, к сентябрю. Да, поэтому... Что-то я хотела сказать. Я тебя перебила. А, во, все, вспомнила. Мы ничего на свадьбе не снимали, потому что влоговую камеру вообще я забыла, ее в отеле оставили. И да. Ну, как-то было не до... Да, вообще было не до влога. И мама то, что снимала, не, как бы до того, как мы выехали с отеля, да. Есть у нас кадры, и вы обязательно увидите их. Так они будут в этом влоге. А, не-не, они будут. Я думаю, то есть вы их уже видели. Да, видели. Но мы еще не знаем, в каком порядке сейчас влоги будут выходить. Да, смотрите, а это копия моего букета свадебного. А мой, но он точно такой же, только здесь немножко меньше розочек и пионов. А в моем букете было на несколько пионов больше и розочек больше. Вот, и я его бросила. И вы уже все знаете, что букет у нас поймала Надя. Надя вообще вчера давала жару, рыбчик нам спела. Это вообще-то было так неожиданно. Вообще... Я не ожидала, ну еще девчонки, и Виталик, да, там это все подготовились, вообще, блин. Так было здорово, Надя, так было необычно. Надя, прокс, да. Короче, свадьба прошла. Вообще супер. Но я думаю, мы отдельное видео, я вот планирую отдельное видео записать. Рассказать, поделиться эмоциями, поделиться своими ожиданиями и то, что было на самом деле. Потому что есть чем поделиться на самом деле, есть. И, да. И столько всего на свадьбе произошло, что эти воспоминания запомнятся на очень-очень-очень-очень долгие годы. Было настолько весело, настолько круто, просто... Вообще, я в восторге от нашей свадьбы. Нам нужно теперь видео. Держи. Бери телефон, вот он здесь лежит, вот. Ищи, я уже не буду выходить, потому что я в платье. Ну, я думаю, они должны быть внизу. Ну, да.
Просто они, мне кажется, не знают, на какой машине мы едем. Ой, видеографы вчера так снимали кучу всего. Ну, в Инстаграм, кстати, если вы подписались на Инстаграм наших видеографов, то вы очень многое со свадьбы видели. Потому что они снимали, как они снимают, они снимали, как мы танцуем и так далее. То есть, да. Так что, кто не подписался, кстати, под описанием видео я оставлю все ссылки на нашего флориста, на девочку, которая делала мне макияж и прическу. Ее зовут Катя, обалденная девушка, она настолько все тщательно мне сделала, а вот и наши видеографы. Так что все ссылочки оставлю в описании под видео, смотрите, кто идет. Они, кстати, так рано проснулись. Вообще, мы в 11:30 в ванне стали, хотя мы все улеглись спать практически в одно время, потому что свадьба закончилась в 3 часа ночи, и вот пока всех развезли и так далее, они уже успели по Сабаделю погулять. Грузят, там очень много аппаратуры, так что, да. Все, выезжаем в Барселону, сейчас едем за Димоном, нашим фотографом. Отдыхаешь. Катя работает. Катя работает. Чуть-чуть отойдем, да? Да, все. Да, последние кадры делаем, и не больше. Посмотри вот туда вниз на букет. Да, вот так. Да. На ванне. Ниже букетик. Расслабь руки. Расслабь. Сильнее. Чаще. Да, вот так. Сейчас уже заключение съемки. У Кати с Ваней берут интервью. Дима будет запускать дрон и... Я снимаю. Это не ставь влог, это потом надо быть. Это мы, ты да. Ты просто начало и конец ставь. Но это вы будете монтировать то. Ты устала уже? Да, я периодически их снимаю. Да, я в чулках. И они все дырявые. Да, просто там нужно было идти по горе и в общем... Камни, то есть тут не обычный асфальт, а все камни, либо песок. В общем, сейчас даем интервью для нашего свадебного клипа. И быстренько-быстренько уезжаем. Потому что что? Потому что наши операторы уже улетают. Ты в голове чуть-чуть придумал, что будет? Нет, вообще, там у меня... Обезьянка? Пим-пим-пим, как у Гомера. Ладно. О, кстати, фоточка проявилась. Угу. Смотрите, меня Кристинка сфоткала. Красота. У Кристины, кстати, такой же фотик, только желтенький. Такой. Она с головой. А Димон снимает на дрон, да? Смотрим, идем за техникой смотреть. А Димон... Выключайся. Да. Все, наши ребята из Spoyal Brothers. Я запомнила. Уже уезжают. Все, пока всем. Да, чемоданы. Смотри, сколько чемоданов. Мы с жалостью уезжаем. Мне тоже как-то за 3 дня так привыкла к вам. Очень жалко, что уезжаете, правда. Мы точно вернемся еще. Но мы ждем. Нам очень понравилось. Ой, и вы, ой, класс. И нам не побывали. Значит, в следующий раз должны приехать, чтобы побывать в Барселоне. Ваня и Катя очень крутые, так что смотрите. Так что подписывайтесь на их. Ой, спасибо большое. Ой, все. Пока-пока. Это я покажу. И Катя в платье в аэропорту. Круто, я в аэропорту. У меня такая причуха классная. Ребят, мы уже в отеле. Уже только что посмотрели на Дюхин влог.
Мы не знаем, когда она его успела смонтировать. Да, вообще молодец такая. Да, умничка. Не то, что мы, это точно. Надюшка молодец, она классный влог выставила, так что бегом гоу смотреть. А мы сегодня последний день, ой, последнюю ночь ночуем в отеле. И... Да, сейчас 3 часа ночи, ну, у нас как обычно. Как обычно. Мы приехали в 2 часа, такие убитые. С глазами, я какая-то подопухшая и еще... Ой, кошмар. Мне нужно... Ты посмотри мои синяки под глазами. Офигеть! Жесть. Не смотрите на меня, я страшная. Мы собираемся ложиться. Мы собираемся ложиться спать. Сегодня тоже был сложный, тяжелый день, потому что у нас было ограниченное время, когда мы очень мало было времени для того, чтобы снимать, фотографировать, и это наша с вами вина, потому что мы не успели, ну, не успели быстро собраться. Ну ничего, материал есть. Мы еще и в первый день свадьбы тоже, ну как бы в день свадьбы очень много наснимали. Очень много сказали операторы, что материала, поэтому... Но они хотели, чтобы было еще больше, чтобы выбрать самое лучшее. Да, свадьба наконец закончилась, фотосессии и съемки закончились. Теперь тупо можно отдохнуть и ничего не делать, не переживать. Хотя бы несколько дней, это точно. Мы, кстати, посмотрели влог вот со стороны, да, Надюшка поснимала. Мы со стороны на нашу свадьбу посмотрели. И, конечно, это все немножко по-другому. Да, когда ты находишься на месте жениха и невесты, это все по-другому выглядит. Да. Ну, тоже было интересно посмотреть. Да, очень было интересно посмотреть, как вот именно вот она увидела эту свадьбу. Но я скажу, мы вот все время, которое там находились, у меня всегда было такое состояние переживания. Да, чтобы все было хорошо, чтобы все было идеально, чтобы все прошло, да. чтобы как-то там контролировать все. А гости, они просто, они наслаждаются, им так кайфово. Я тоже хочу попасть на какую-нибудь свадьбу. Я думаю, мы скоро попадем на много свадеб, да, ребят? Мы же попадем скоро на много свадеб? Ну да, я надеюсь. Это вам намек, если что. Кто смотрит, тот поймет, к кому я обращаюсь. Мы... В общем, да. Будем спать. Будем ложиться спать. Хотя я сейчас посмотрела влог, во мне опять проснулась буря эмоций. Ну, хотели так сильно спать. Ну, я уже третий раз зевнул, но мы очень хотели спать, легли, включили влог, 20 с копейками минут пролетели вот так. Пролетело вот так. Как и в принципе, как и вся наша свадьба, пролетела просто вот так. Но нам сказали, если свадьба так быстро, кажется, что она так быстро пролетела, это хорошо, значит, свадьба была не скучная, никто не успел заскучать, и все было круто. А для нас, это самое главное, что все наши приглашенные гости, родители, родственники, все, кто был, что они покайфовали, что им все понравилось, и что все было очень круто. Все, ладно. 4 раза зевнул. Я иду на рекорд. Ладно, все, ребята, всем спокойной ночи и всем. Всем пока-пока. Так, где кольца? Кольца и. Оп. Чтобы каждый вечер, проведенный вместе, для вас был супер милым и супер романтичным. Этот день так важен для вас, но не менее он важен и для нас, ваших подписчиков и преданных зрителей. Любите и берегите друг друга, ведь любовь – это самое сильное чувство, которое когда-либо может испытать человек. Вы светитесь от счастья, на вас так приятно смотреть. Сразу видно, вы самая милая пара. Этот день запомнится вам надолго. Вспоминаться еще в старости, когда вы будете рассказывать внукам о том, как справилась ваша свадьба. Вы очень сильно стараетесь, снимая для нас каждое замечательное видео. А мы, ваши подписчики, очень счастливы, что вы для нас это делаете. При виде вас поднимается настроение, появляется улыбка, и хочется смотреть вас не переставая. От души хочу Deseo que en el camino a la felicidad familiar os siempre protege el amor y el apoyo de sus familiares y amigos. Bye, bye.
очень волнительное, трогательное и такое волшебное ощущение, когда ты становишься женой, а жених...